Здравствуйте, меня зовут Юлия Николаенко, я фудблогер. И сегодня специально для сайта телепрограмма.про приготовим очень вкусный салат с баклажанами. Помидоры черри нарежем на 4 части. Чеснок раздавим ножом и порубим мелко. Баклажаны почистим и нарежем на крупные кубики. Выкладываем их в миску с холодной подсоленной водой, пусть они немного пропитаются. Откидываем баклажаны на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага. Перекладываем их в миску с крахмалом и перемешиваем ложкой. Так баклажаны получатся с аппетитной корочкой и нежным мякишем внутри. Наполняем сотейник маслом, нагреваем и жарим баклажаны 5 минут. Если у вас есть фритюр, воспользуйтесь им. Шумовкой достаем готовые баклажаны и выкладываем их на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Тем временем готовим заправку. Смешиваем соевый соус, соус чили, измельченный чеснок, соль и перец. Перемешиваем. В глубокую миску кладем баклажаны, помидоры, рукколу и заправку. Тщательно мешаем и сразу подаем. Приятного аппетита!